Очень здорово, когда не просто как бы по жизни, но и когда спорится дело и на сцене, они очень друг друга дополняют, друг другу помогают, друг другу поддерживают. И это, конечно, дорогого стоит. Очень красивая пластика. Они дополняют друг друга, они очень красиво умеют себя показывать и именно преподносить этот номер красиво. Сегодня будет не только акробатика, но они добавят что-то такое невероятное. В полуфинале мы подготовили очень яркий, очень веселый, очень зажигательный номер. Это будет всеми известная музыка и всеми известный образ. Поэтому я думаю, что всем должно понравиться. Постараемся удивить по максимуму. В процессе подготовки было очень сложно, потому что это очень динамичный номер. И нужно попадать под такты, нужно, чтобы был синхрон. И было очень трудно его, в общем, делать. Когда я сказала, все, наверное, ничего не получится, мне мой партнер, мой любимый, сказал, все получится, все сделаем, нужно просто время. И мы вот здесь, на полуфинале. Мое вдохновение – это мой партнер, так как это очень крутой спортсмен. Это мой мужчина любимый. И я стремлюсь тоже быть лучше. Есть такая классная фраза – спорт – это жизнь. Так вот, это про нас, потому что без спорта мы своей жизни не представляем. И спорт, сцена, они тесно связаны, потому что мы артисты и спортсмены. Мы объединили это и живем этим. Мы взялись за это дело, мы хотим его довести до конца. Соответственно, мы очень хотим попасть в гранд-финал, а еще лучше выиграть в этом шоу. Поэтому нам участие в каждом этапе очень важно, поэтому мы очень серьезно подходим к этому, к подготовке. И хотим показать весь профессионализм свой и всех удивить. Дерзайте, детки. У вас все получится. За вас держим кулаки. Вы наши любимые, непобедимые. А если победимые, все равно любимые. Страна должна знать свои таланты. Офигеть. Круто. Блин, спасибо большое. Это неожиданно. Родные наши. Как мы и говорили, они всегда с нами, всегда нас поддерживают. Мы вас любим. Передаем привет. Привет. Спасибо. Вашему вниманию невероятный перформанс казахстанского дуэта «Викейт».
Макс, смотри. Ребят, как настроение после выступления? Замечательно. Это переполняет эмоции. Пока еще не отдышалась, но это безумно круто. Спасибо за поддержку. Мы готовились очень-очень долго этот номер. Мы справились, потому что мы вместе, любим друг друга. И это видно на сцене. Серик, что скажешь о сегодняшнем выступлении дуэта Викейт? Очень интересные решения с трюками, очень интересные решения с танцами, очень интересные поддержки, очень интересные и такие прям сложно реализованные трюки мы увидели. Поэтому тот талант, которым вы нам заявили во время прослушиваний, этот талант раскрывается все дальше и дальше. Я уверен, что вам есть еще что показать вашим болельщикам. Спасибо вам большое. Викейт, вы невероятно крутые, вы не перестаете удивлять, устраивать крутое шоу на сцене Central Asia's Got Talent. Вы знаете, каждые ваши опасные трюки вам удавалось исполнить налегке, и такое было ощущение, что вы летали в воздухе. Спасибо большое, это было шикарно. Спасибо вам. На самом деле вот чувствуется, номер построен на любви, на доверии. А вот когда любишь, доверяешь, то тогда никакие трюки не страшны. И вы с честью как бы справились с этим. Но теперь только слово за зрителем. Спасибо, Викейт. Удачи!